Звуки морского города с характером Мариос Иоанну Элия превратил в симфонию, которую сегодня многие называют новым гимном столицы Приморья. Уникальный аудиовизуальный проект высоко оценили не только в России. И вновь свое произведение кипрский композитор посвящает Владивостоку. Мировая премьера военно-морской симфонии «Варяг» состоялась в Приморской филармонии. На написание этой симфонии Мариоса Иоанну Элия вдохновила история подвига крейсера «Варяг» в русско-японской войне. В своем произведении композитор использовал две музыкальные цитаты – «Вальс «Амурские волны» и знаменитую песню «Наверх вы, товарищи». С русской музыкой он соприкоснулся впервые. Это та симфония, которую, я думаю, я хотел написать уже очень много лет, но никак не наступал тот момент, когда бы я был готов это сделать. И только когда я оказался здесь, я понял, настало время военно-морской симфонии, посвященной Тихоокеанскому флоту, вдохновленной крейсером «Варяг», посвященной, конечно, и Владивостоку. И я очень счастлив, что это совпало с празднованием 80-летия Приморья. Симфонию Мариос Иоанну Элия написал специально для Тихоокеанского симфонического оркестра, для этого узнавал о его составе. Песни, которые использованы в произведении, исполняют солистка Приморской филармонии Елена Брыкина и солист Мариинского театра Илья Астафуров совместно с академическим хором ДВФУ под управлением Елены Петуховой. Этим вечером напоминает мне о высоком уровне таланта здесь, во Владивостоке. И вот это творчество «Варяг» было замечательно. В видео, фильм, да, и звук, и это было эмоционально для меня, чтобы видеть, слышать то, что мы слышали. Оно все-таки больше такое современное, даже contemporary, ну, на английском это правильнее звучит, да, наверное. Очень интересно, что он продолжает вообще посещать наш город, что он вдохновляется им и делает такие проекты. Процесс репетиции, общения с публикой и премьеру произведения команда композитора снимает на видео. Они войдут в основу будущего фильма о симфонии. «Варяг» – не финальный проект композитора во Владивостоке. Мариос Иоанну Элия планирует превратить в музыку и летние звуки города, взяв за основу шум волн. Кроме того, есть идея написать и вторую часть военно-морской симфонии, вдохновленную субмариной «Владимир Мономах». Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.